Их карьера только в начале пути, но они уже знают, как стать настоящими профессионалами. В Курске стартовал региональный этап конкурса «Педагогический дебют 2017». Состязания молодых учителей и тех, кому только предстоит войти в учебный класс, проходят в области третий раз. За это время интерес к соревнованиям вырос почти вдвое. Если в 2015-м участников было не более 30, то сегодня на старте 50 специалистов. Конкурс продлится до 17 ноября. Он будет проходить в два этапа. В заочном туре молодых учителей и будущих педагогов ждут творческие испытания. После покажут свой профессионализм. В финал выйдут лишь 8 человек. Учителем может быть не любой человек, я так считаю, потому что работа действительно тяжелая. Потому что приходишь домой, сидишь до 12 ночи. Смысл? Нужно просто любить эту работу. Если вы любите, то все будет удаваться. Большие надежды ставлю на открытый урок, потому что мой опыт – это прежде всего работа с детьми, поэтому ничего такого сверхъестественного я не покажу. Но дети меня любят, на этом я буду как бы и строить свой урок. Это конкурс очень яркий, это конкурс очень необычный. Здесь очень мало официоза, здесь очень мало каких-то рамок. Здесь учителю важно не только показать знания фундаментальных основ педагогики, методики, а важно показать умение перешагнуть через стереотипы. Победителю регионального этапа предстоит защищать честь Курской области на всероссийском уровне.